Зинаида Ивановна Николотова – участник программы «Активное долголетие». 10 сентября она проголосовала на участке номер 2547, расположенном в Дергаевской школе. «Я гражданка своей родной, любимой России, и я патриот своей страны. У меня даже мыслей таких не было, чтобы чем-то другим заняться или не прийти, или отложить». «Я знаю, что у вас очень трепетное отношение к нашим внукам, а вы вот когда-нибудь проводите беседы именно об истории нашей страны с ними, и как они это воспринимают?» «Мой внук, самый маленький, которому 10 лет в июне исполнилось, он настолько трепетно ко всему этому относится. И вот сегодня с утра он меня уже поздравил с Днем танкиста, потому что я жена танкиста, который прослужил в армии 33 календарных года, выполнял интернациональный долг. Ну, а я жена танкиста, я вообще служила я в связи. Я повторюсь, что я старшина в отставке, 15 календарных лет я отслужила в армии. Я считаю, что в стороне оставаться ни в коем случае нельзя, и нужно быть правильным, порядочным, честным гражданином своей страны.